13 сентября в Оренбурге стартовали военно-спортивные игры «Зорница Поволжья». Это финальный этап соревнований, он закончится 17 сентября. Чувашию представляют 14 учащихся из Батыревской школы номер 1. Все лето зорничники усердно тренировались. Основной упор делался на физическую и теоретическую подготовку. Ребята занимались спортом, учились оказывать первую медицинскую помощь, читали военно-историческую литературу. За первое место им придется бороться с 14 командами, лучшими в своих регионах. Сразу после церемонии открытия участники игр отправились на территорию воинской части, где прошли соревнования по силовой гимнастике. Динар Танзюков из Батыревской школы номер 1 занял первое место в личном зачете. Вместе с учениками на соревнования поехал их наставник Юрий Васюткин. Он рассказал, каких успехов добились ребята за два дня игр. Команда пока неплохо выступает. По плаванию сегодня третье место заняли. Индивидуально у нас первое место Шуля Павловна заняла по плаванию. Из результатов полоса препятствий вчера был у нас. Шестое место мы заняли. Метание гранаты. Пятое место. Силовая гимнастика. Шестое место. Готовимся к строевой подготовке. Через одну команду мы идем уже. Настрой. Хороший настрой, конечно. Но команда серьезная. Соперничество сильное. У детей практически нет свободного времени здесь. Мы с утра до вечера заняты именно подготовкой. Или про соревнования проходит, или подготовка. И практически мы приходим... Ложимся спать и утром рано встаем и опять целый день на занятиях. Впереди еще три дня тяжелых состязаний. Финалисты отправятся на Всероссийские игры Победы, где будут защищать честь Приволжского федерального округа. Алексей Табинов, Республика.